Семья Елеовых, прожившая последние 3 года в этом съемном доме, переезжает, наконец, в собственное жилье. Пожитков не так много, а потому сборы проходят очень быстро. Самое главное богатство Алихана и Малики – это их детишки. Ребятнянина радуется. Сегодня их везут в новый дом на большом автобусе компании «Гринбас». Двор дома номер 42 по улице Каратюбинское шоссе уже наполнен людьми. Неравнодушные горожане пришли поддержать и помочь семье. Первая новая мебель для семьи – кровати с ортопедическими матрасами, а эти обои украсят комнаты 5 детей. Узнав данную ситуацию, мы не остались равнодушными и захотели, конечно же, помочь данной семье. Изначально наше руководство приняло решение о том, что мы оплатим арендное жилье, чтобы хоть как-то облегчить данную ситуацию этой семье. Но потом телеканал «АТРАР» сообщил о том, что у нас есть спонсор, который приобрел данную квартиру. В связи с чем сразу было принято решение приобрести кровати. Коллектив завода игрушек «Науры» за одним из первых поддержал благое дело. Сотрудники предприятия привезли детям игрушки, сделанные в Шымкенте. На некоторое время детская превратилась в машинный парк. Столько игрушек детям никто не дарил. Дети самые благодарные, поэтому мы привезли свою продукцию. Пусть у Алихана и Малики будет все хорошо. Благодаря жительнице Алматы семья Елеовых переселилась в 4-комнатную квартиру. Специалисты «Онтусток Жарэктранзит» помогут обновить электросистему. Мы посмотрели, в комнатах нет включателей, розетки нужно поменять, а также электрические провода. Завтра после планерки мы придем и все сделаем. Среди поддержавших многодетную семью и депутаты областного маслихата. Это они помогли осуществить мечту Танербергена. С планшетом мальчик теперь не расстается, а бытовая техника станет хорошим подспорьем на кухне. Спасибо телеканалу «АТРАР». Это они первые начали помогать. Даже не верится, что мы переехали в свое жилище. Всем большое спасибо, кто за нас болел и все это время поддерживал. Всем вам здоровья. Пусть Аллах хранит ваши семьи. Вот так всем миром была оказана помощь семье Елеовых, где из 5 детей 3 больны ДЦП. До Дня благодарности добрые люди обещали завести стиральную машину и холодильник. А руководство Южно-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Казтрансгаз» заверило, что установят новую газовую плиту. Шанару Уразова, Амантай Ульбеков, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «УТРАР».